вручу я тебе сертификат, вместе с мамой у вас будет прекрасная возможность пройти обследование, курс лечения нашей клиники «Здоровье плюс». Это очень важно, потому что ты молодой, организм неокрепший, еще растущий, так что тебе нуждаюсь в поддержке колоссальной, медикаментозной, врачебной. Значит, соответственно, значит, наш коллектив трудовой будет помогать тебе по твоей жизни, помогать твоей маме, потому что это очень важно. Это тебе? Это тебе? Это так вы будете? Общее фото, давайте. Общее фото. Серьезная такая всегда. Всегда знаете, самостоятельная. Языки, химия России принимает участие во всех конкурсах. Готовит пожелания на Николая Чудотворца для военных, для своей мамы, для Юрия Ивановича. Она нам все уже рассказала. Я очень хорошо подружилась с персоналом аптеки, тут очень хорошие люди, и вообще все хорошо друг к другу относятся, и сама аптека уютная, и в ней приятно находиться. Я хочу пойти по стопам мамы, тоже пойти в медицину провизором. Люблю петь. Всегда, когда кого-то, когда одна дома что-то делаешь, сама не замечаешь, как начинаешь потихоньку петь. Вот. А так, в принципе, у меня никаких серьезных увлечений пока нет. Но мне очень приятно, что людям не все равно, что есть другие люди, у которых есть большие проблемы, и они не остаются равнодушными, они помогают, они остаются людьми в любых ситуациях и не забывают о нас. И вот хочу сказать большое спасибо вообще всему Личфарму за то, что они заботятся о людях, за то, что они дарят подарки, они не боятся тратить деньги, они не боятся тратить силы на то, чтобы сделать приятно другим людям. У каждого есть дети, и каждый прекрасно понимает, что насколько больно, когда ребенок болен, когда особенно дети нуждаются в помощи, и родители эту помощь не могут оказать. И мы должны постоянно быть, значит, в этом процессе, значит, как инициаторами. Значит, самое главное сейчас перестроить общественное мнение, значит, и людей перестроить. Значит, не быть безразличными по отношению к горю другого человека.